Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор от компании Джонсвей, набор профессионального класса. Джонсвей больше идет на премиум класс. Инструмент используется на СТО с успехом, на предприятиях, выдерживает большие нагрузки. Гарантия на инструмент пожизненная. Набор у нас сегодня в видеообзоре на 60 предметов фирмы Джонсвей. Код товара S04H52460S. Это номер по каталогу. Поставляется набор в такой вот упаковке. Сверху идет, он запаян в пленку. Ну, заводская упаковка, сверху такая вот накладка из картона. Важная информация на упаковке. Это профессиональный инструмент, видите, указано. Потом награды, которым соответствует набор. И пожизненная гарантия. С обратной стороны указывается адрес, где набор производится, это остров Тайвань, и комплектация данного набора. Вот такая прокладка идет между двумя крышками, чтобы инструмент не дребезжал во время переноски. И начнем с трещоток. Трещотки в наборе, вернее, одна трещотка в наборе под квадрат 1/2 дюйма. То есть трещотки здесь 1/2. Маленькой трещотки в данном наборе нет. Дальше я покажу вам. Трещотка большая 1/2 дюйма. 36 зубьев. Это силовая трещотка. Длина самой трещотки 270 мм. Она довольно длинная. Стандарт, в общем, идет в наборах. Это 250 мм трещотки. Здесь она 270. Рукоятка резиновая. Очень удобно лежит в руке. Трещотки разборные. Есть также к ним запасные трещоточные механизмы внутри. Есть реверс, такой флажковый переключатель. И также крепление в головке. Нажали кнопку, одели головку, она у вас уже не спадает. Нажали, она быстро. То есть быстрая замена головок. Надпись на рукоятке Джонсвей. И на металле здесь надписи совершенно нет на трещотках. Два удлинителя. Удлинители 250 и 125 мм. Это под 1/2 дюйма. И два удлинителя у нас под 1/4, 75 и 150. 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Под 1/2 удлинитель у нас, который идет 250 мм, он также служит как Т-образный вороток. Есть вот такой вот адаптер, вдеваете и получаем вороток для того, чтобы сорвать или дожимать гайки. Этот адаптер вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительная трещотка. Так, есть Т-образный вороток еще под 1/4. Длина его 11 см. Кстати, весь инструмент в кейсе подписан. Вот если это удлинитель, здесь написано 1/2, 250 мм. И что именно в этой ячейке лежит. И видите, в нижней крышке инструмент также захлопывается. То есть не просто лежит насыпью, но головки здесь, конечно, не захлопываются. Вот молоток, трещотка, он тоже захлопывается на своих ячейках. То есть это тоже плюс, потому что инструмент не будет у вас ездить по набору. Две свечные головки 21 и 16 мм внутри имеют резиновые вставки. Весь инструмент в данном наборе, кроме трещоток, имеет номер по каталогу. То есть по этому номеру есть бумажные каталоги или каталоги PDF формате. В интернете можете найти, допустим, вот этот удлинитель по вот этому номеру. Номер здесь S24H4250. Надпись CRV, это хром-ванадиевая сталь, и надпись Джонсвей. Кардан для труднодоступных мест. Здесь кардан также один под 1/2 дюйма. Скреплен он винтами, то есть он идет разборной. Биты. Биты здесь под 1/4 дюйма. Они идут в боксах. Вот такие вот боксы. То есть они можно вытянуть из набора. Биты здесь торкс, есть крестовые, шестигранные и шлицевые. Применять вы можете их вот с такой отверточной рукояткой. Длина 150 мм, ручка здесь пластиковая.
и вот такой вот переходник. Деваете переходник и вставляете нужную биту в переходник. Получаем отвертку. Также к этой отверточной рукоятке вы можете вставлять сюда вороток. Таким образом работать, если там надо что-то дожать. Или трещотку под 1/4 дюйма, если есть у вас отдельно. Общее количество бит здесь 18 штук. И теперь головки. В наборе головки идут под 1/2 дюйма и под 1/4. Хотя показывал я вам трещотку под 1/2. Под 1/4 в данном наборе трещотки нету. С этими головками можно работать или вот отверточной рукояткой, или Т-образным воротком. Под 1/4 дюйма у нас 7 штук головок, и под 1/2 дюйма у нас 9. По размерам самая маленькая у нас 6 мм, это 1/4. Самая большая 13, это я за 1/4 дюйма говорю. И под 1/2 у нас головка 12 мм, самая маленькая, и самая большая 24. Головки 32 мм в наборе нету. Головки, как видите, внизу матовый цвет идет, и сверху идет глянцевый. Посередине идет такая вот ребристая полоса. Как нам рассказывают люди, которые на СТО пользуются наборами головок Джонсовой или наборами из этого, или головками из этого инструмента, это служит для того, чтобы в труднодоступном месте можно было пальцем докрутить до конца гайку и потом уже дожать. Надпись на металле Джонсовой, номер по каталогу, CRV 24 мм. Верхние крышки, набор комбинированных ключей, общее количество 6 штук. Размеры ключей у нас 8, 10, 12, 14, 13 и 17. Надпись на ключах Джонсвей, номер 17 мм и с обратной стороны хром-ванадиевая сталь. Надпись. Набор отверток. 4 отвертки здесь идут, 2 шлицевые и 2 крестовые. На отвертках надпись тоже Джонсвей, тут номер по каталогу, потом размеры отвертки и надпись Джомини. Красного цвета это шлицевые и синие это идут крестовые отвертки. Плоскогубцы 180 мм. Рукоятка здесь полностью из пластика. И клещи переставные. Клещи длина 240 мм. Тоже полезная вещь. В другой раз очень необходимо, если в ремонте или дожать какую-то гайку. По комплектации все. Набор состоит из двух частей, то есть сам кейс скреплен он пластиковыми зависами. Инструмент верхней крышки хорошо защелкивается, что исключает выпадание при закрывании. И также он защелкивается, я показывал уже в нижней крышке. Кейс темно-зеленого цвета. И забыл вам показать еще одну единицу инструмента. Это молоток. Молоток в данном наборе идет 500 грамм. Рукоятка деревянная, длина 320 мм. Как указывается на рукоятке, рукоятка идет ореховая. Замки здесь черного цвета, из пластика. Кстати, плюсы набора Джонсвей еще, что данные замки, их можно заменить. Они продаются отдельно. То есть как расходники, вот, допустим, как трещоточные механизмы для трещоток, так же самое продаются отдельно вот такие вот замки. Очень плавное закрывание, без лишних усилий закрывается набор. Крышки хорошо прилегают друг к другу. Ну и пластик, видно, что качественный самого кейса. Надпись Джонсвей идет на верхней крышке. По размерам набор 5,7 кг весит, ширина 39,5, высота
кейса 7 см, длина с рукояткой 32 см. Однозначно мы рекомендуем покупки. Покупайте наборы Джонсы в нашем интернет-магазине и получайте хорошие скидки при заказе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.